Всем привет, это Шахматный Феникс, мы продолжаем спуск с горы. Да, и, наверное, в ближайшее время начнет свою партию, хочется надеяться. Да, начал. Прошу прощения, задержку что-то. Планета подглючивает. Так, тут Кириллу пытались дать детский мат. Достойно. Кирилл защитился от детского мата. Самым лучшим образом. Блин. Самым лучшим. G6, да, единственное. Ну, Кирилл G7 тоже неплохо. Здесь просто... Я думаю, что надо было D5 играть, может быть. Вместо слон G7. Потом слон G4 как-то на контроле. Хотя не факт, конечно. Сон... Блин, ну опять ферзей меняет. Соперник не меняет, кстати. Потеряли мы Кирилла. Я думаю, может, стоило H5 пойти вместо слон E6. Блин, вот просто размен фигур идет тотальный. Хотя, понимаешь, Кирилл? Мне не нравится последний размен. У черных белопол был лучше. Теперь у белых перевес. Ну, такой. Косметический, правда? Конь Е7, наверное, за черных стоит пойти, да? Что думаешь? Пять здесь? Тут нет, к сожалению. Видимо, дело в моем интернете. Хотя, вроде бы, трансляция продолжается. Прошу прощения за такие неполадки. Да, такое ощущение, что в этот раз не у меня выбила интернет, потому что трансляция продолжалась. Так. Ну, матуют, видимо, просто уже Кирилла, все. Ну, нет еще. Почти безнадежно. Ладья F1, ферзь G4, конь G3. Как он нашел? Не, ну что, я не уверен, что это надо было с G4 начинать. Сейчас ферзь F6 можно. Ферзь G6 есть хороший ответ у черного. И придется, видимо, играть что-то вроде ферзь F3. Вообще принципиально это ничего не меняет, если честно. Потому что все равно конь туда идет. Ну, то есть конь G3, ладья F1 как-то тоскливо становится. Надо уже ладью D2 заводить какую-то контролю. Что это за ход? Зачем? Кошмар. Вот за... Как этот ход вообще мог прийти в голову? От чего он защищает, я не понимаю. Вот это ладья F7. Так там хватало боев. Или в чем идея, не пойму. Профилактика. Да, очень тонкая. Как-то очень пассивно играет Кирилл. Не свойственно. Вообще-то ему... Как Анант, действительно. Играл бы активно, было больше шансов. Да. Не, ну тут конструкция не должна, конечно, держаться. Ферзь D7, да. Может, ничья повторением ходов? Да нет, пешки обвалились уже. Надо, наверное, ферзь, даже не знаю, что и делать. Ферзь F7, наверное, надо играть. Судей на ферзь C6, ферзь A2. Может, теперь на А7 падает, и уже... Ну, теперь ферзь D8, и нормально. Да, но это же без угроз. Ферзь D1. Там ладья закрылся. Ну, может, там как-нибудь... Ну, все фигуры ушли. Только если соперник зевнет, что ли, сейчас. Как-то ладья D7, да. Ладья D7 надо быстро переводить. У меня такое ощущение, что у Кирилла даже мысли такой нет. Кого-то переводить в атаку. Он просто хочет подольше поддержать вот эти свои слабости. Ну и уронить флаг в итоге. Ну сейчас на ладья D7 как можно не сыграть? Ну, ферзь А2 можно сыграть. Ферзь А2, может быть, ничего, кстати. Да как? О! Сразу же ответил. Так. Ой. Придется ферзя на А2 возвращать, к сожалению. Так. Время. И фигур. Как он так быстро играет? У меня задержка. К сожалению, мало как времени, так и фигур. Ну, опять партия тоскливое впечатление производит. Да, опять пассивно слишком. Вот зачем ты из белополов менял? Я не знаю, что вот я не знаю, делать, ну, что делать, когда вот так вот выскакивает ферзь. Зачем ты вообще фигуру меняешь? Не меняй фигуру. Ты не умеешь раньше проиграть, зачем ты фигуру меняешь? Чем меньше фигур, тем ты хуже играешь, а ты их специально играешь.
Да, и как-то еще нарочито пассивно, как будто тебе уже мат ставят, когда на самом деле ничего страшного нет, ты уже заранее уходишь в оборону. Это Не для знаю, бли... мне показалось, что эта батарея страшная вообще. F6 не ход категорически не Плохо нравится. Вот защищено. F6 верни до 22 хода. Ну да, плохо. Вместо F6 ладья D2, почему не пойти? Нужна контр-игра обязательно быстрее. Особенно в блиц нужна контр-игра всегда, иначе тебя загнобят просто и по времени, и по позиции. То есть нам надо было играть ладья D2 и хотя бы пешки какие-то объедать. Уже будь что будет, потому что в партии ты и без шансов как-то загнулся. Ну вот, ладно, Да, больше сказать нечего. ферзь А2, конечно, бездарно вообще, ферзь Б2. Ну еще, конечно, надо это наказывать соперников, которые пытаются тебе детский мат дать. Это Какой у него рейтинг? не солидно. 545. Да, ну всем спасибо за внимание, до новых встреч. Всем спасибо. Короче, все, я...